Мэра Бишкека обвиняют сразу по 4 статьям Уголовного кодекса. Против ИСы Амуркулова, уже возбудили уголовное дело. Как сообщают в надзорном органе, его могут осудить как минимум на 10 лет. Руководитель столичной госадминистрации обвиняется в незаконном выделении земельных участков в одном из городских парков. Уголовные дела завели не только на мэра, но и на руководителей столичного управления архитектуры и городского управления по регистрации прав на недвижимое имущество. Чиновник обвиняют в превышении служебных полномочий, нарушении земельного законодательства и в служебном подлоге. Дело передано в следственное управление, которое теперь будет ходатайствовать о заключении ИСы Амуркулова под стражу. Сам мэр уже был на первом допросе в Генпрокуратуре, но пока остается на свободе. Коррупция может навредить каждому из нас. Если мы сейчас дадим волю хотя бы одному коррупционеру, завтра их станет сотни, и они с каждым разом только будут набирать силу. В таком случае у Кыргызстана нет будущего. Я встану на пути коррупционеров. Родина мне дороже. Пусть я останусь без друзей и родственников, но страна должна встать на ноги.